Всем привет, я Донис. Мы продолжаем проходить Assassin's Creed Unity «Падшие короли». Я уже пробрался в подвал базилики. Осталось дойти до точки. Интересно, пропустят меня? Не, придется сражаться. Тут ребята неуступчивые. От барон, главарь. Хорошо, начнем как раз с разминочки. Трусы. Стал в позу правильную, кстати, перед смертью. Какой молодец. Стал в позу обитателя рек с клешнями. И ты не уйдешь. Ладно, убежал. Слишком быстро оказался. То есть каждый раз тут всех убивать надо. Защищайся! Ага. Ах, как вы достали, ребята. Надо пробегать просто мимо. Опять погоня. Бегай нафиг. Вперед, давай, скорее. Тут толпа реально уже. Жесть. Ну, застрял немножко. Давай. Так. Не просто управлять тут. Все, окей. Ага, инкогнито. Таки надо гулять этих родов. Так, надо убежать и шмальнуть в них. Из моей пушечки. Сейчас я вам покажу. Ну. Да что такое? Выжил кто? Давай, прыгай. Бордача. Тебе не спастись. Гулейтед. Патроны потратил. Во, хоть один восстановил. Мало дают, 4 патрона, но один в обойме, 5. Это мало, конечно. Не разгуляешься. 40 штук дают, ничего себе, терновый венец, славно. Заполучите реликвию. Классный звук. А теперь за артефактом. Позвольте мне. Вы так ловко выкрали ключ. Премного обязан. Мне сказать командиру? Скажите, я в отставке. Вот так вот. Что теперь? Не ссы, сейчас разберемся. Леон, как ты меня нашел? Я знаю, что делать. На тебя надеется вся страна. Леон, спасибо. А теперь прячься, серьезно? Зачем? Пора узнать, что там внутри храма.
А капитан? Ему не скрыться! Ведь я ассасин. Это да. А, ну включить. Так. А, масла нету, нужно масло. Холера. Дела. Так, придется, значит, по-другому как-то выбираться. Поплыли. Вижу. Вижу масло. Темнота такая, мрак. Вообще ничего не видно. Теперь надо как-то вернуться, не попадая в воду. Ага. Все. Зараза, пауки, не сразу ушли. Так, достичь. Ага, что это у нас? Офигеть, сколько тут проходов в этой базилике. С ума сойти. Похлеще Хогвартса. Так. Здесь я был как раз. Тайна, загадка. Наверх как-то надо. Ага. Прикольно. Дизайн уровня офигенный, кстати. Ага, и водичка. Как специально. Ладно, давай. Смыло мой фонарь. Черт. Ничего, разберемся. Так, вон там маслица. Так. Ну, я зажал кнопку вниз. Чего ты не прыгаешь? Странный какой-то. Да, но теперь у нас нету масла, да? А зачем я это открыл? Какой в этом толк был? Прок. Так, ну теперь я не могу пройти, потому что у меня нету масла. Понятно. Теперь я могу здесь же пролезть, не попадая в воду. Все, все понял. Я должен повторить путь. Давай, спускайся, ну Арно. Ага. Так. А тут я наверх могу? Да. Ага. Вот, теперь сюда можно. И без водички. Все, славно. Не, круто, круто все сделано. Так, паучки, извольте.
Освободите дорогу. Лыжню мне. Ну, я зажал. Ну, как-то не сразу срабатывает. Опа. Олепута. Офигеть, какие тут пещеры, какие тут строения. Да. Побомбить надо их. Зачем мне еще тогда пушка? Или по-тихому попробовать? Даже не знаю. Кто это построил? Да, это у меня тоже вопрос такой. Ну. Так, мой агент. Гражданин сейчас вас там научит. Надо бы еще одного гражданина ввести. Офигеть, сколько их тут. Вон того, второго бы еще. Кого я попал? Не в того, да? Да. Вот. Все. Но они тут долго. В тех частях как-то чуть-чуть подерется и умирает. Все хорошо. А, и все разбежались, потому что их главари на мою сторону переметнулись. Точнее, не на мою сторону, на сторону безумства. Теперь бы жахнуть еще. А, можно было, кстати, собрать их вместе в кучу и жахнуть. Ну ладно. Так тоже ничего. Ну и убить же кого-то надо тоже. Для приличия. Ассасин все-таки. Ну так вот, неплохо. План выполнен по убийствам. А, двойные убийства делать. Ладно. А ты еще там перерезал? Не двигайся! Ай, блин! Тут я налажал. Умрешь быстро! Тебе не спасти! Так, все, убежал вроде. Зараза, бежи же за мной. Вообще и не убил даже. Чё ты меня разбираешь? Эта пушка неудобно стрелять, медленно, еще не убивает сразу. Живым тебе не уйти. Жаль, что он не скатился со ступеней, было бы эпичнее. Ладно, пойдем вперед. Так, а этот чё, восстановился? Ты смотри-ка, у них снова мир и смирение. Ладно. Так, эти меня заметят, придется убивать. Ну... Арно головой закрыл свои, все, ничего не видно было. Так, маслицы. А, в голову надо. Клинки потратил.
О, берсерка, ну ладно, тоже неплохо. Не дали мне выстрелить. Как его достать? Открывайся! Артефакт не будет твоим. Вот так вот тебя, дружок. Так, в смысле, не сработало? Мое супероружие. Титан Роуз. Ну, умри. Ха-ха-ха. Я командовал артиллерией и помог снять осаду. Украдите артефакт, и награда будет куда больше всего того, что может предложить вам Бонапарт. Куда доставить? Леди Еве. Леди Еве? Ладно. Невидимые чернила, ага. Так, символы. В каком порядке их зажигать? Слева направо, да? Две палочки. Две, четыре, три, один. Две. Четыре. Четыре. Так, 3-1. Да. Славься, Франция. Вива ле Франс. Ле Франсе. Ищи артефакт. Зараза, как же вы достали меня. Зараза! Дым на него не подействовал. Держу парирование. Нет, тут на дым. Ну, убивай, убивай его, ну. Я не пойму, почему он не убивает. О, что не так? Что случилось? Он и так не умирает. Ну, ничего не срабатывает. Ну, я... С трудом. Нет, тут так не подняться. Минуточку. Пульки закончились плохо. Надо поискать. Так, идут сюда, бригада целая. Почему не открылось ничего? Я же все зажег как надо.
Ладно, полезли наверх. Боже, как же тут неудобно все это сделано. Ну давай, вот там схватиться можно. Во. Боже мой, как. Насколько в этом самом Dying Light все продумано удобно, и насколько тут все коряво вообще. Жесть. Так. Народу еще дофигища тут. Арно сможет тут? Не? Ага. Блин, так темно, жесть. Да, череп мой. Теперь, друг мой, посмотрим, зачем ты им. Голова Сен-Дени. Удерживайте И, чтобы зарядить древнюю реликвию. Одна кнопка, и вся сила Сен-Дени вырвется наружу. Летучие мыши на них, да? Их гуляли, летучие мыши. Прямо как этот самый Яблоко Эдема. Такая миссия была в третьей части, по-моему. Ходите, ублюдки. Всех огуляю. Что это за темная магия? Бонапарту она не достанется. Колдунство. Заразы, все, бегут и бегут. Неугомонные. И все недостаточно. Посмотри, какие мазохисты. Я бежать не могу, кстати. Блин. Зараза. Кто там еще? Я бы не знал, что супер эффективно. Тут народ дофигища. Столько врагов, наверное, не было ни в одном ассасине. Супер сила. Вот так вот. Бесконечные. Ладно, идем. Это был максимум. Максимум. Максимум бетс. Но наши надежды на улучшение состояния человеческого рода в будущем могут быть сведены к трем пунктам. Наполеон Бонапарт, вы арестованы за измену и дезертирство. Уничтожение неравенства между разными народами. Прогресс равенства между массами одного народа. Пассажиры на борт! Доставьте это Аль-Муалиму в каюту.
И, наконец, действительное улучшение индивида. Ну вот и закончилось дополнение. Ну, такое средненькое, ничего особенного. Прикольно уровни были сделаны, мне понравилось. С головоломочки такие прикольненькие, вполне себе. Ну, а так, сюжетно все, ничего особенного такое. Спасибо всем, кто смотрел это дополнение вместе со мной. До встречи в других прохождениях. Фонарь Сен-Дени теперь мне доступен? Во дела. Я теперь могу по улице ходить с этим фонарем? Да ладно, и как его выбрать? О-о-о-о, что я могу сделать? Так, а как? Как дела, Арно? А, я не могу им прямо жахать так. А, ну правильно, он же отдал яблоко Эдема. Да-да-да. Он просто оставил голову это. Да просто светильник. На Хэллоуин, ничего особенного. Ну ладно, все, до встречи в других прохождениях.